Так, пока у мамы спа-процедуры, мы тут со Львом веселимся вот прям вовсю. Лев, как дела? Когда пойдем гулять по Парижу? Когда пойдем гулять? Итак, друзья, всем привет. Мы в Париже. Вчера была непростая дорога. Мы вчера успели даже посмотреть какие-то главные достопримечательности, просто погулять со Львом, показать ему Эйфелеву башню наконец-то. Ну, а я сейчас вышел с утра на прогулку, и я понимаю, что это идеальный формат посмотреть город без туристов в абсолютной тишине. Мы выезжаем в город. Хотя на самом деле из такого номера с таким офигенным видом просто не хочется никуда ехать. Доброе утро всем. Вчера был такой чуть-чуть тяжеленький день, потому что, знаете, этот момент, когда детки и хотят спать, и борются со сном. Так вот, вчера из-за того, что маленькому было все-все-все интересно, он просто до последнего боролся со сном и в конце, конечно же, уже конючил очень-очень сильно, но все равно не мог уснуть, все рассматривал и хотел все увидеть. Сегодня он уже спит, уже все хорошо, и мы выдвигаемся гулять по городу. Потом напишу, как вообще прошел перелет, как мы попали в Париж, ну и что вас еще там интересует. По-моему, аптечка интересовала, это точно помню.